Кустанайская дюймовочка, как привыкли называть Турсунай Кобыл, совсем недавно вернулась с конкурса красоты. Помимо спортивной жизни, чемпионка мира по пауэрлифтингу решила доказать всем, что внешность и модельные параметры не самое главное. Да и вообще в жизни все возможно. Доказать это удалось. Из 3000 девушек со всего Казахстана Турсунай прошла отборочный этап интернет-конкурса красоты «Мисс Виртуал Казахстан 2018». И вот совсем недавно вернулась со званием «Вторая вице-мисс». Мы моду показывали, и у нас была фотосессия, и нам нужно было подготовить несколько образов. У нас, получается, гламурный образ был, стиль городской кассуал и деловой стиль, получается. И нам нужно было это все подготовить и привезти с собой, получается. 21 числа мы прилетели вечером, все финалистки прилетели утром, но я прилетела вечером. Я, честно говоря, не хотела показывать себя, чтобы никто не знал. Но все равно потом в конце узнали. Как рассказывает девушка, в первом открытом голосовании у нее было около 10 тысяч голосов, во втором, уже закрытом, около 6 тысяч. Свой приз, поездку в любую страну, Турсунай подарила маме. Она, кстати, поддерживала дочь на протяжении всего конкурса и в финале, который состоялся в Алматы. По словам Турсунай, все, что хотела, а именно получить уверенность в своей внутренней силе, она получила. Теперь готова вновь вернуться к спорту. У меня тренировки на первом месте, даже сейчас вот на конкурсе была, я ужасно устала, я ужасно потеряла свои силы. И когда приехала на тренировки, вот начала первую тренировку после этого конкурса, я чувствовала себя овощем. Сейчас, признается девушка, она под еще большим пристальным вниманием. Только за время конкурса к ней добавилось около 6 тысяч подписчиков в социальной сети. Но все это никак не должно отвлекать от очередных соревнований, которые пройдут уже в апреле. Цели Турсунай не изменились. По-прежнему главной является участие в Олимпиаде. Но помимо этого, девушка начала заниматься благотворительностью. Хочет помочь брошенным детям и тем, кто болеет раком. Дмитрий Гуренко, Екатерина Комиссарова, РТН.